Пусть убежали, ну, 30 тысяч, ну, 50 тысяч. Но они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну, пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просятся назад. И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там.